Здравствуйте. Это программа «Вопрос эксперту» в студии Зульфия Ким. Зульфия Фаридовна Ким, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы номер 7, главный внештатный специалист по кардиологии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, кандидат медицинских наук. Меня ничего не беспокоит. Почему во время диспансеризации меня отправляют сдавать кровь на холестерин? Зачем вообще нужно следить за уровнем холестерина? Повышенный уровень холестерина – один из основных факторов, приводящих к атеросклерозу. Холестерин накапливается, откладывается в стенках сосудов, образуется атеросклеротическая бляшка, и просвет сосуда суживается. В результате у человека страдает кровоснабжение сердца, развивается ишемическая болезнь сердца, кровоснабжение головного мозга, цереброваскулярная болезнь, кровоснабжение нижних конечностей с формированием перемежающей хромоты. Крайними проявлениями атеросклероза являются инфаркт, инсульт, гангрена и ампутация нижних конечностей. Атеросклероз развивается медленно и постепенно, поэтому важно регулярно, хотя бы раз в год, сдавать анализы для определения общего холестерина. Высокий уровень холестерина довольно успешно поддается корректировке. Однако, если вовремя не начать лечение, то он может быть опасен для жизни человека. Ежегодно в мире высокий уровень холестерина уносит жизни 2,5 миллионов человек.